Итак, самый простой способ. Берем обычный трехжильный кабель, в нашем случае от компьютера. И теперь мы его будем переделывать. Нам нужно поставить на него вилку. Будем использовать плоскую вилку. Итак, приступим. Первое, с чего нам стоит начать, это распаковать все наши компоненты. Здесь у нас вилка плоская. Для этого нам понадобится отвертка, чтобы ее раскрутить. Нам нужно открутить здесь и открутить вот эту массу. Подготавливаем дальше. Итак, нас интересует вот эта часть, которую нам нужно подкинуть соответственно к нашему компьютеру. Итак, вот эта часть нам не нужна, но она может пригодиться для других целей. Далее, что мы сделали? Мы отсекаем ненужную часть. Теперь самое основное — это продеть кабель, чтобы он вошел у нас и закрылся потом, соответственно. Здесь мы прибегаем к ножу. Зачищаем немного кабеля на ваше усмотрение, но не более 10 сантиметров. Главное не повредить изоляцию на самих жилах. Итак, перед нами стандартный набор. У нас желто-зеленый кабель, жила. Синяя и коричневая. Если вы будете устанавливать на розетку, то это не имеет никакого значения, какого цвета у вас будет идти на фазу, либо на ноль. Цветовое обозначение используется для того, чтобы сделать подключение от щитка до розетки менее травматичным и опасным. Только там соблюдаются синие, разные другие, коричневые, черные, белые цветовые обозначения. Здесь же нам следует знать, что вот это у нас желто-зеленый, это земля, и коричневый и синий — фаза с нулем. Соответственно, землю мы подбрасываем на землю. Я стараюсь зачищать где-то в районе 1 сантиметра здесь. Для того, чтобы было удобнее потом дальше его фиксировать. Но максимально
я думаю, более чем 1,5 сантиметра зачищать не стоит. Потому что придется больше срезать уже зачищенного кабеля. Итак, подготавливаем одну жилу и вторую рабочую жилу. Землю пока не трогаем. Переставляем отвертку на плоскую и будем плотно фиксировать сам кабель, чтобы он у нас держался соответственно хорошо. Вот здесь мы зафиксировали. Теперь наша непосредственная часть. Здесь у нас три выхода. Выход по центру — это земля. То есть нашу землю мы складываем пополам и засовываем сюда. Складываем пополам. Берем нашу отвертку и подключаем по центру. Двуцветное обозначение земли у нас соответствует. Поджимать нужно хорошо. Если вы не дотянете контакт, то соответственно он начнет очень сильно греться, что уже не есть хорошо. Далее у нас есть одна ножка и вторая ножка. На каждую токопроводящую ножку соответственно свой цвет жилы. Здесь полярности никакой не может быть, потому что у нас наше напряжение переменное. Следовательно, к одной ножке мы подбрасываем одного цвета жилу, ну и соответственно к другой другого цвета жилу. Переставляем на плоскую отвертку и поджимаем, пока у вас хватит сил поджимать. Но не стараемся перерезать медные проводки. Далее фиксируем саму нашу вилку. Получается симпатичненько. И собираем ее. Так. Теперь вставляем до конца. Так. И собираем само основание. Вот и все. Теперь эту вилку с проводом можно использовать. Далее, перед тем как мы будем ее использовать, мы должны убедиться в том, что все собрано правильно. Для этого нам достаточно взять тестер либо проводок с лампочкой, индикаторную отвертку. Короткого замыкания у нас нет ни с землей, ни между собой. Значит, теперь земля у нас всегда идет посередине,
Проверяем. Сигнал есть. Земля у нас не в обрыве. Проверяем второй контакт. Второй контакт есть. Третий контакт проверяем. Между собой они не замыкают. Берем наш ножичек и делаем короткое замыкание. Провод наш целый. Теперь мы можем проверить его с землей. Земля у нас есть. Ни одна сторона у нас не замыкает с землей. Все, этот провод можно использовать. Он рабочий и совершенно безопасный. А за счет того, что мы поменяли на нем вилку, теперь можно будет даже прятать таким способом в розетке. Вот он спрячется и будет самое плоское подключение. Вот так. Данная вилка у нас от компании Era. Вилка ультраплоская. Вот нарисована, как она должна быть в розетке. Здесь у нас есть ее гарантия, технические характеристики. До 16 ампер, 350 ватт, 220 вольт. 3 на 1,5 миллиметра квадратных. Изготовлена, соответственно, в Китае. Продается, соответственно, в магазинах Леруа. Вот такой вот кабелек у нас теперь будет совершенно рабочий и совершенно безопасный, потому как здесь у нас запаяно, тут у нас подключено все очень даже симпатично. Всем, кому понравилось данное видео, просьба оценить лайком либо дизлайком. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь, друзья. Всем пока, до новых встреч.